Гранит, Янгара. К месту проведения работ прибыл, к выполнению задачи приступил. Янгара, прием. На сегодняшний день группой гуманитарного разминирования было пройдено более 5 гектар территории населенного пункта Херхан Бартунинского района. Общая площадь в данном населенном пункте, подлежащей очистке, составляет около 20 гектар. Работы на данной территории будут вестись в течение недели. В ходе проведения работ в этом и соседних населенных пунктах были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы артиллерийских снарядов, боеприпасы реактивных систем залпового огня «Ураган» и составляющие части кассетных боеприпасов. Несмотря на жаркие климатические условия, в комплекте УВР-202 работать комфортно, так как он оснащен системой вентиляции, которая поддерживает постоянную температуру.